Стало доброй традицией в начале октября отмечать праздник, посвященный Дню пожилых людей, достойному, мудрому, уважаемому, несмотря на годы, стойкому и выносливому, поколению с большой буквы. Фурманский район не остался в стороне. В Центральном дворце культуры прошла концертная программа под названием «Осенний букет поздравлений». В начале мероприятия с самыми теплыми пожеланиями к виновникам торжества обратились почетные гости – депутат Ивановской областной думы Дмитрий Ключерев и председатель организации ветеранов Елена Ежова. Выступающие от всего сердца поблагодарили старшее поколение за их многолетнюю плодотворную трудовую деятельность, прекрасные улыбки и бесконечную энергию. Дорогие ветераны, ну что хочется вам пожелать? В первую очередь здоровья, улыбок, позитива, чтобы вас окружение только радовало, вы чувствовали всегда заботу не только от своего окружения, но и, конечно же, от администрации, от власти, чтобы все ваши просьбы, они были услышаны и исполнялись. Мы будем о вас заботиться, мы будем с вами, и я, как ваш депутат, всегда с вами. Я желаю вам не считать года, радоваться каждому дню. А еще я вам желаю самого главного – это, конечно, здоровье. Далее для гостей праздника на сцене развернулась целая концертная программа, которую с огромным удовольствием представили ведущие коллективы и солисты Центрального дворца культуры. Символично в этот важный день артисты собрали прекрасный осенний букет из творческих песенных номеров и креативных танцевальных постановок, добавив в него радость долгожданной встречи. Все выступающие были настроены очень душевно и тепло, что не могло не вызывать улыбки и положительные эмоции у зрителей. Звучали самые разнообразные музыкальные композиции, но каждая отзывалась в сердце с особым трепетом и вдохновением. Загуляла, знать оно, я бы тоже загуляла. Мне сегодня все равно, я бы тоже загуляла, как тогда давным-давно. В нашем районе с огромной любовью и ответственностью подходят к этому празднику, ведь в Фурманове проживают самые талантливые, мудрые бабушки и дедушки. День пожилого человека – это прекрасный повод напомнить старшему поколению, что их возраст действительно почетный и по-настоящему золотой. Виктория Семенова, Виталий Сгринькас, Александр Кириллов, телеканал Фурманов ТВ.